Всем привет! Мы находимся на Воробьевых горах в Нескучном саду. Сегодня вы узнаете простой, недорогой и действительно реальный способ делать потрясающие фотографии. Это съемка с внешней вспышкой. Сегодня мы решительно не будем затрагивать никакие технические аспекты съемки. Конечно, в наших будущих видео мы расскажем и о выборе техники, и о том, как ей пользоваться, как подбирать под себя, как настраивать и так далее. Но представим, что сейчас нас это не интересует. Я нашел замечательный пейзаж для съемки. Со мной прекрасная, талантливая модель, но я столкнулся с одной проблемой, с которой рано или поздно сталкивается любой фотограф. Это проблема освещения. Сегодня у нас светит солнце, а при нем получается очень непрезентабельный портрет. Пойдем сделаем пару кадров, посмотрим, что у нас выйдет. Действительно, как мы видим, снимки ужасные. Обратите внимание на контрастные тени и блики, которые портят наш портрет. Но решение есть. Это съемка с применением внешней вспышки. Давайте сделаем несколько кадров с применением портативного света и посмотрим, что у нас получится. Посмотрите на снимок, он действительно потрясающий. Обратите внимание на мягкие тени, плавный переход от света к тени. Все это действительно очень хорошо для портрета. Этот снимок мы сделали, используя лишь вспышку, укрепленную на стойке, и зонт. Подобную вспышку вы можете купить за 1500-2000 рублей. Имея небольшой бюджет и вложив его в дело фотографии, вы можете добиться того, что ваши снимки не будут ничем уступать снимкам профессиональных фотографов. С вами был Трушкин Тарас, всем пока!